καλέι, για το δακαιρέι. Μπάμπουσκα, με αναδεκτήρισε να γνώκαω, τι πράγμα να κάπω. Λάβω με αγρότη, εδώ παλόδο. Καράβοβε, καραμπάιβε, ζαβούνοβε. Μα φαρατά, καραμπάιβε, ζαβούνοβε. Прошло 3 года, но это той трагедии достойно касается так вещей. Каждый раз, когда общаешься с детьми, и разговор идет о их матери, глазает невольно улыбается. Потому что потеря такой матери, она всегда невосполнима. Она всегда большая трагедия для детей. Она действительно большая потеря не только для вас, а для всей нашей общины. Почему смерть вашей матери так больно ударила по нашей общине? Почему так было пролито много слез? Почему? Да потому что, когда уходит из жизни, такие женщины, как ваша мать, человек как будто теряет частицу своего сердца. Потому что многие женщины по вашей матери теряли свою жизнь, свои поступки. Сегодня, выступая на вечер памяти, невольно перед моими глазами стоит в ряд Махатапа. Галиака, его брат, Мишака, брат, Нинуша, который 2 месяца как ушел, ваш отец, тот, как вы видите, еще дядя. Каждый из них достоин упоминания. Каждый из них прожил достойную жизнь, жизнь достойного уважения, достойной гордости. Каждый сидит ваш родственник Галман. Его отец в долгое время были соседями. Этот человек – легендарная личность. Он 25 лет служил в обводе. И не просто он был подобно обводе. Это был человек огромного мужества. Ваш дядя Миша, самаркандцы знают, один из самых престижных авторитетных парикмахеров был. По улице Ленина люди заранее записывались к нему на прием.